Я с приветствую любителя GTA Online, с вами Дмин, Admin One Games, это новая бонусная неделя в игре, поехали! Сначала, конечно, хочу попросить вас подписаться на канал, поддержать это видео лайком и оставить свой эпичнейший комментарий. Помимо этого, в описании есть ссылка на Twitch, где проходят стримы и так далее. Тачка на стенде — это комода. Комода — это машина уже не первый раз на стенде и даже не второй. Давайте глянем. Продается она на Legendary и стоит, ну, две цены — оптовая и обычная. Лям 700, ну, будем считать. Удачи в колесе. Опять же на Legendary — Astron. Western — электрический. Потом Vindicator. Также Shinobi. Скидка 30%. Прошу прощения, 40. А вот 30% как раз у нас на Дорадо, Мишели GT и Итали GTB. 40% на Султан Классик. И куча разных мотоциклов тоже имеют 40% скидку. Как вы видите. Потому что это неделя байкеров. А вот Итали GTB продается у Бенни. На Ворстоке Санчес Скаут 40%. Минейсер. И все. На Династии скидок нет, а на сайте поддержанного бизнеса Клабхаусы 30% скидка плюс все модификации. К сожалению, про предприятие ничего не сказано. Время крутить колесо. Что же нам выпадет? Ну, комода у меня уже есть на этом персонаже, поэтому не очень надо. Но тем не менее. 25 тысяч фишек. Нормально. Как раз соточку. Отлично. Так, перейдем к остальному теперь здесь. Режимы, гонки и задания. Все, что у нас есть в этом плане, это Hasta La Vista, X2 опыт и X2 денег. Идем на улицу. Автосалон на улице. Две машины, причем хорошо нам известные. Conquest D1 из не таких старых. И вот такой разрисованный у нас есть Туризма, тоже из новых, Феррарика. Кого интересует, подъезжайте. Салон Симона тоже предлагает новые машины. Как мы видим, Локост опять же. Есть Зион Классик. Есть вот такая вот машинка забавная. И байк. Даже два байка. Это классный инновейшн. Мне нравится, как выглядит. Так, и зомби. На некоторые действует скидка. Утилизационный цех. Три новых заказа. Ни одну из машин нельзя оставить себе после выполнения. Астрон угон у бандитов. Каска угон с казино. И Элли угон сухогруза. То есть вот такие дела. Всем удачи. А мы идем дальше. Автоклуб ЛС. Ребята, впервые призовой транспорт Джубили здесь. Не помню, чтоб такой здесь стоял хоть раз. Ну, давайте-ка глянем. Что же для этого надо? Премиальные испытания. Войдите в число трех лучших 4 дня подряд в серии автоклуба ЛС. Ну, топ-3 надо занять 4 дня. Ну, вполне реально. Так, здесь у нас. Здесь у нас есть еще машины. Фурор у нас здесь есть, Пьет Бессер. И вот как раз Мишели GT, машина, на которую тоже действует скидка. Так, ну что ж, ребятки, давайте теперь перейдем к остальному. Это байкерская неделя, как понятно. А значит, что нас ждет? Итак, ребята, конечно же, X2 опыт, X2 денег на продажу продукции байкерских предприятий. А также... тот же бонус за пополнение запасов бара в Клабхаусе. Также у нас X2 денег есть на сбыт продукции уличным дилерам. И X2 скорость производства на байкерских предприятиях. И само собой премиальные испытания в этом же стиле. Чтобы получить кепку Western MC 100 тысяч долларов и 10 тысяч опытов, продайте продукцию байкерских предприятий на сумму 200 тысяч. И будет вам счастье. А теперь мы идем искать оружейный фургон. На ближайшие сутки оружейный фургон находится на водохранилище недалеко от казино. Вот
здесь. Правая сторона карты. Смотрим. Что у нас по оружию? Бейсбольная бита, нож, тяжелая винтовка, Гутенберг, микро-ПП и пистоль. Ну да, половина байкерского оружия, по сути. Так, только коктейля Молотова нет, на удивление. Ну и броники, само собой. Ну что ж, ребят, на этом все, ребятки. До новых встреч. Спасибо всем, кто смотрит до сих пор, несмотря на проблемы с Ютубом. Я продолжу снимать здесь. Скоро даже стрим пройдет один на YouTube через несколько дней. А пока на Твиче. Также видосы у нас на Рутуб идут все, потихонечку перекачиваются. Но не самые новые, то есть видео более старые. Ну, бонусы недели туда последние не попадают, к сожалению. Так, в общем-то, все ссылочки есть. До новых встреч, ребятки. Увидимся. Всем респект и уважуха. Не забывайте поддерживать меня и дарить мне свою любовь. Пока.